Скажите, как ваше настроение? Мое настроение уже новогоднее. Я хочу домой быстрее выписаться и к деткам. Как самочувствие ваше? Самочувствие тоже хорошее. Температура есть? Была же? Нет, все. Температуры уже нет. Да. Сколько времени вы провели здесь в больнице? С 11 числа. С 11 числа да, в больнице. 17 дней. Чувствую себя хорошо. Только, конечно, я не представляю, что мне предстоит жить без рук, и я еще пока не представляю, как это будет. Врачам большое спасибо и моего города Серпухова, в больнице Семашко, и здесь всем врачам, особенно моему спасителю Тимофею Юрьевичу. Вот, сейчас петицию, я, наверное, видела, что там создавали, чтобы он стал, заслуженный врач или что-то. Вот, там собирает голоса. Пока я не хочу их ввязывать, чтобы какие-то там негативные отношения к папе были, все равно как-то он остается их отцом. Но я не сказала, что я попала в аварию, и на этой руке у меня будет рука, как у робота. Вот, как бы они к этому нормально отнеслись. Еще малыши, наверное, так не понимают. Известность у меня не очень хорошая, лучше бы я завоевала какую-нибудь медаль олимпийскую, тогда было бы более приятно. Вот. А истории больше писали маме. Я говорю, я не так давно зашла в соцсети, буквально там день или два назад. Но пишут много, да. Кто-то вот пишет даже через там 50 лет, что не рассказывала об этом, а там ей там бил муж. Вот. Я больше хочу, наверное, чтобы ужесточили сроки. Я считаю, кто наказание. А левая рука как сейчас? Левая рука потихоньку, но ее разрабатывать очень-очень долго. Вот, я сейчас пройду праздники, поеду на реабилитацию, собираюсь в Питер. Вот, там есть. После новогодних праздников, может, куда-то на отдых? Какие планы вообще? Нет, я пока буду левую руку очень конкретно стараться разрабатывать. Я уже спрашивала у врачей, насколько можно ее разработать, можно ли вернуть прежний. Все зависит от себя именно. Рита, скажи, пожалуйста, где Новый год собираетесь планировать провести? С мамой, с семьей? Куда-то, может быть, за город уедете? Нет, будем у мамы дома. Себе, наверное, я хочу пожелать терпения, сил, чтобы совсем с этим справилась. Исполнение самых заветных желаний